Сейчас в Екатеринбург директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Гладских отстранена от должности на время проведения служебной проверки. Я напомню, что во время встречи с молодежью Кировграда она заявила, что государство, цитата, «ничего не должно подрастающему поколению». Не все с ней согласились. И сейчас с нами на связи Кирилл Бортников. Кирилл, здравствуйте. А что думает о ситуации сама Ольга Гладских? Ее не так поняли или поняли как раз именно так? Ну, Ольга Гладских уверяет, что ее неправильно поняли. Руководитель департамента молодежной политики Свердловской области уже извинилась за свои слова о том, что государство якобы ничего не должно детям. Она считает, что ее фразы были вырваны из контекста. Она сейчас не отвечает на телефонные звонки, но все же местному свердловскому изданию областной газете она прокомментировала ситуацию. И напомню, ситуация накануне прошла встреча в Кировграде руководителя департамента с активистами и волонтерами, где молодые люди задавали вопросы, в частности, о финансировании их проектов в муниципальных образованиях. В ответе на вопрос, как уверяет Гладских, акцент был сделан на том, что не только государство должно заботиться о будущем молодежи, но и сами молодые люди должны быть инициативны и активны. И также якобы многое зависит и от родителей, которые должны помогать своим детям в их саморазвитии и становлении. А государство якобы выступает как помощник и дает возможность участвовать в организуемых ими проектах и мероприятиях. А по словам Гладских, инициатива должна исходить именно от молодых людей, которые должны в меньшей мере надеяться на государство и самостоятельно прилагать все возможные усилия и инициативы, чтобы развиваться и добиваться результатов. И она привела свой пример, когда в 15 лет Ольга Гладских стала олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике, и в чем, как она уверяет, заслуга и родителей, и помощи государства, ну и собственный труд самой Ольги Гладских. Но, тем не менее, Ольга Гладских распоряжением губернатора на данный момент отстранена от должности на время внутренней проверки за некорректное высказывание. Губернатора, естественно, губернатор Евгений Куйвашев, не может согласиться с тем, что звучит на опубликованной записи, которую сделала, так скажем, много шума. Ведь демографическая политика и поддержка семьи, детей и молодежи является безусловным приоритетом работы органов власти всех уровней. В частности, вот Свердловская область проводит последовательную демографическую политику и ежегодно направляет в эту сферу по различным государственным программам более 20 миллиардов рублей. И, безусловно, государство имеет обязательства перед своими гражданами и будет их выполнять. Это так заявил Евгений Куйвашев. Ну, проверка в департаменте молодежной политики Свердловской области продолжается. И, вот, и в частности, вот это скандальное высказывание, которое, возможно, было вырвано из контекста, тщательно проверяется. Коллеги. Кирилл, спасибо. Кирилл Бортников рассказал о скандальном высказывании свердловской чиновницы и его последствиях.